Новостей о проделках козлят в Приднестровье все больше. На этот раз история из Паркан. На окраине села в колодец провалился козленок. Хозяйка вовремя увидела и вызвала спасателей. Вот кадры. Один спасатель спустился в колодец и посадил козленка в специальную косынку. Второй был наверху и лебедкой поднимал его. Спасательная операция продлилась недолго, всего 10 минут. Козленок не пострадал, отделался легким испугом.